Уважаемые читатели, всем добрый вечер. Мы работаем на ДТП к счастью без пострадавших в Киеве на Ленателиге 7 возле улицы Дорогожечка. Здесь столкнулись два автомобиля. Вы видите, боком стоит Реношка и ее протаранил автомобиль Субару, вот, который стоит возле тротуара. Повреждения довольно заметные, однако, к счастью, обошлось без пострадавших. Только что отъехала с места скорая, помощь никому не потребовалась. Пожалуйста, следите за дорожной обстановкой, не отвлекайтесь от управления. Присылайте материалы, запишите номер ДТП Киев 093-771-3333. Повторяю, 093-771-3333. Так, вот, ребят, подбитый автомобиль Рено мы видим. И очень много стекла здесь, надо будет как-то, наверное, убрать здесь. Очень много стекла в месте удара, где столкнулись два автомобиля. Вот обозначены места, где колеса были. Вот видны следы торможения. И на месте продолжает работать полиция. Водители задули, водители, к счастью, не пьяны по нулям. Но автомобиль придется восстанавливать. Всем удачного безаварийного дня, друзья, до связи. Уважаемые читатели, всем добрый вечер. Напомню, мы работаем на ДТП без пострадавших. Киев, Телеги 7. Здесь столкнулись два автомобиля Рено и Субару. Предварительно водитель автомобиля Рено отвлекся от управления. Я не прошу прощения, Субару отвлекся и протаранил Рено, который шел впереди. В результате люди не пострадали, однако у автомобиля серьезно повреждены, соответственно, передняя, правая и задняя левая стороны. Работала на месте полиция, вызывали скорую, однако помощь медиков скорой, к счастью, не потребовалась. Пожалуйста, не отвлекайтесь от управления и приглашайте друзей, ставьте нам хорошие оценки. Плюс сейчас ищем админов, кто мог бы выкладывать новости в Viber, Telegram, Instagram и Facebook ДТП Киев. Если есть возможность, пожалуйста, пишите, звоните, будем рады любому взаимодействию. Плюс, конечно же, заказывайте рекламу. Всем удачи, до связи.